Прокуратура предъявила иск Юрию Гамбургу и Вадиму Меренкову более чем на 130 миллионов рублей. Надзорный орган намерен взыскать с бывших директора Департамента имущественных отношений и его заместителя ущерб, причиненный государству. Напомню, в 2016 году Юрия Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий в период работы директором Департамента имущественных отношений. Чиновник, по данным следствия, способствовал продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб составил около 200 миллионов рублей. Однако в ходе следствия некоторые участки были возвращены, и сумма ущерба сократилась. Прокуратурой Кировского округа и прокуратурой города Омска были направлены исковые заявления о возвращении ряда земельных участков на сумму около 70 миллионов рублей, в связи с чем сумма была скорректирована, и уже исковое заявление подано на сумму более 130 миллионов рублей. В настоящее время по факту незаконного отчуждения земельных участков Гамбург осужден, а уголовное дело в отношении Меренкова будет направлено в суд после его ознакомления с материалами уголовного дела.